Привет! Сегодня к вам с рецептом кремовой творожной запеканки. Такая запеканка чем-то напоминает чизкейк. Чтобы ощутить этот вкус, просто приготовьте и попробуйте, тем более готовится она просто. Подготовим ингредиенты, они должны быть комнатной температуры. Для приготовления потребуется творожный сыр. Вы можете купить его. Я готовлю сама. Кефир в пакете замораживаю, затем вынимаю из упаковки и замерзший кладу на марлю и оставляю на 12-20 часов. Если нужно, могу показать процесс. Напишите в комментарии, и я сделаю видео. Добавляем сахар по вкусу, я добавляю 100 грамм, так как не люблю слишком сладкое, и ванилин. Взбиваем миксером, долго взбивать не нужно, главное перемешать. Теперь вводим 3 яйца. Сначала добавим одно, как смешается, добавляем второе. Затем третье. Отмерим 30 грамм кукурузного крахмала. Добавляем в тесто, еще раз пробиваем миксером. Кстати, крахмал можно заменить на муку. Вливаем сливки 200 мл. Чем жирнее, тем лучше. У меня сегодня 20%. Перемешиваем, масса получается жидкой. Так и должно быть. Форму застелим бумагой для выпечки. У меня форма диаметром 20 см. Переливаем тесто. Ставим в духовку и выпекаем при 220 градусах 25 минут. Как хорошо зарумянится, значит можно вынимать из духовки. Сейчас в горячем виде запеканка внутри жидковатая, поэтому нужно обязательно дать постоять ей 4 часа при комнатной температуре, а потом убрать в холодильник на часов 6, а лучше на ночь. Кстати, в духовке она поднимается, но потом оседает, как остынет, так и должно быть. У меня она провела ночь в холодильнике, разрезаем и подаем, посыпав сахарной пудрой или с ягодами. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!